без центральної ялинки. Таким він буде у Вінниці. Про свято нагадуватимуть лише святкові гірлянди, що прикрашатимуть місто. Чи обійшлося б Дніпро без святкової ялинки та як відмічатимуть Новий рік при жорсткому локдауні, ходімо дізнаємося в наших народних експертів. Реальные знакомые, которые болеют коронавирусом, то может действительно в этом есть смысл какой-то, чтобы не было массового скопления, нет, а чтобы люди, ну как новогоднее настроение создавалось, но скопления, чтобы людей не было. То есть, ну, возможно, и правильное решение. Ну, мне кажется, праздник это все-таки очень важно, и можно же сделать, чтобы это было на улице, чтобы это было безопасно хотя бы относительно. Да, и это все распространяется, то, наверное, это правильно, что закрывают, и чтобы ограничить распространение. Но, с другой стороны, конечно, мы уже привыкли к традициям праздновать все это с семьями, с друзьями. Конечно, минус в этом. Нормально, чтобы меньше было заболевших. Ничего страшного, я считаю. Люди должны понимать, каждую елку поставит дома. Ну, как бы я уже в возрасте, уже не в том, чтобы елка и так далее. Вот. Самое главное, это же детям. Вот. Детям, да, это был бы праздник, это было. Им как бы плохо. Как это? Это Новый год, праздник. Нужно где-то пойти погулять, отдохнуть. А так будет все закрыто, и как это провести время? Только дома. Дома уже скучно, уже насиделись. Не нужно отменять. Я против того, чтобы отменили елку на улице. Что вообще тогда делать нам? Дома вообще сидеть, хоть на улице погулять, елку посмотреть. Я против. Массовые мероприятия нас никак сейчас не заденут, так как у нас маленький ребенок, и нам это без разницы. Но так как ведут карантин и локдаун, ну, это бред, потому что ни маски, ни карантин, они не спасут людей. У людей должен быть иммунитет развит. Новый год мы отмечаем дома, исключительно дома, в семейном кругу, поэтому, ну, никак. Ну, на традиции никак не повлияет, потому что все равно встречаем Новый год дома с семьей, и Рождество, и Старый Новый год. Но все равно как бы настроение будет испорчено, потому что все привыкли сходить там на елку, куда-то еще, в какое-то место, в парк погулять, а нельзя будет. На меня это не повлияет, и все будет работать, поэтому я буду отмечать в кругу семьи. Ну, знаете, мы тоже хотели куда-то полететь бы и отдохнуть, но придется сидеть дома. И действительно, из-за вот этого, этой ситуации будем отмечать, скорее всего, дома. У нас есть традиция, мы ходим, поздравляем крестных, мы поем колядки. В этом году в связи с такой ситуацией мы все это будем проводить онлайн. То есть, возможно, доставим им вечерю, а колядки у нас будут онлайн.